хотя на море штормит, на пляже много людей. Но нет, купаться они не собираются. Это футболисты, ставшие участниками финала первенства города-курорта. Освежающий ветер и накрапывающий дождь не помешали мальчишкам продемонстрировать свои сильные стороны. А сами игры получились зрелищными и даже непредсказуемыми. Особенности, они простые, это песок. Поэтому в любой момент может счет измениться в ту или в другую сторону. Поэтому победитель заранее неизвестен на пляжном футболе. Песок – дополнительное препятствие для спортсменов. На таком поле необходимо продумывать особую тактику. И хоть играть на пляже труднее, как признались футболисты, сложности лишь подогревают интерес. Пляжный футбол отличается от газонного, то что песок и другие правила. То есть надо меньше времени, чтобы больше передач сделать. На траве мы можем спокойно ударить, откуда хотим, ну а на пляжке мяч может подскочить и улететь выше ворот. На поле вступили в борьбу 6 команд курорта. По результатам матчей лучшей стала ФК «Олимп» из поселка Виноградный. Серебро у Гастагая, а третье место заняли игроки городского «Спартак-юниор». Антон Чистяков, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа регион.